Продолжаются поединки на Севастопольском ринге. Открытый чемпионат Центрального совета ФСО «Украина» среди юниоров 15-16 лет и более опытной молодежной группы 17-18 лет. 24 спортсмена представляют Севастопольскую школу Олимпийского резерва, боксируя в двух возрастных группах. Старт взяли 152 будущих мастера кожаной перчатки, а победителей и призеров назовут в субботу. Радует, что широко представлены в судейском корпусе наши севастопольские рефери. Руслан Давиденко, Денис Тюрин, мастер спорта, Евгений Селиванов из Балаклавы, опытнейший арбитр международной категории «Воин-интернационалист» Игорь Петров. Уровень судейства соревнований именно арбитрами нашими, севастопольской боксерской школы. Ну, я хочу сказать, что на сегодняшний день арбитры молодые, талантливые, мастера спорта международного класса. Они достойная замена на нас, арбитров-ветеранов, такие как Конышев, такие как Селиванов и ряд других ребят. Они, в общем-то, берут с нас пример, мы им показываем, передаем свой опыт и надеемся, что судейство наших севастопольцев будет отличным и исключительно хорошим. Секретами судейства в ринге с нами поделился призер мировых и европейских чемпионатов, мастер спорта международного класса, судья национальной категории Вадим Конышев, «Динамо» Севастополь. Вадим, а почему вы решили все-таки стать рефери? Хотя вы мастер спорта международного класса, боксировали на чемпионатах мира, Европы. Ну, во-первых, мне хочется продолжить как бы боксерскую карьеру свою в качестве судьи. Естественно, поделиться своим опытом уже в качестве судьи с ребятами в соревнованиях, чтобы они преподать им, как правильно нужно судить в дальнейшем, то есть за справедливое судейство. Гонг звучит на базе «Одиссей» на северной стороне. Владимир Милянский, Деливер Меджидов, программа «Наше время».